Ку-ку, мононигос. Сегодня с вами Вакот, и мы опять играем в 7 Days to Die. И вот сегодня... О, боженьки, боженьки, забыл. Кук. Кука съели. Ха. Так, ну на самом деле, у нас тут небольшая проблема, которую я хочу решить. Ты спросишь, что за проблема? А, потому что у нас дверька немножечко поломалась, и эти злые... Та, опять не та панель. Черт возьми, все мы не ту панель, уже выключить. Чертям собачьим. Так, вот. У нас есть эта штука, мы сейчас попробуем починить дверь. Давайте попробуем использовать тот ключ. Вот этот ключ, потому что он, наверное, какой-то более крутой. Не знаю разницы, то есть вроде можно и тем, и тем, но мне кажется, ключом будет как-то солидней. Опа. Все, отлично. У нас более бронированная дверь. Что не может не радовать. Также, уважаемые, я достроил подвал. Ну, давайте сначала... Ну, как достроил? Частичненько достроил подвал. Так, у нас тут есть сало. И мы с этого сала сейчас должны сделать факела. Торч. Торч. Вот так, вот так. Максимально. Так у нас места для них не хватит. Один факел есть. Второй факел есть. Третий факел есть. Четвертый факел есть. Пятый факел. Черт. Факел есть, места нет. Ну что? Нет, они, к несчастью, не стакуются. Грязная водичка, давайте выкинем пока что. Давайте повесим побольше факелов. А, давайте один повесим сюда сразу же. Вот. Второй можно повесить. Так, шестой сюда. Этот сюда. И этот можно повесить сюда. Это такой себе наш бункер, потому что... Давайте, да. Эй, ты чё не чинишь? У тебя же дерево есть. Можно только железное чилит. Да не может быть. Сомневаюсь. Видимо, дерева просто не хватает. Да, не хватает дерева. Нужно пойти взять дерево. На самом деле, нужно было бы спустить это все в подвал. Потому что они могут поломать это все. Будет крайне обидно. Седьмой день, твою мать. Уже сегодня будет жопа. Но я думаю, не в этой серии, уже в следующей. Потому что... Такая задница. Только... В следующей серии. А, может быть... А, вот. Давайте. Переработаем это дерево. И нужно заодно все это разобраться, убрать. Переработать. Так, идем чинить. Так чё ж ты не... Чё ж ты будешь делать? Ну чё? Да что ты будешь делать? Почему ты меня не чинишь? Что-то не могу понять. Какая-то мутность. А ну сюда. Да это все нормально. Да. О, нет, 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 спасибо. Еще сильнее улучшать я уже его не буду. А вот это мне не нравится. Может это из-за этого? Не ладно, потом доделаем. Так, а сейчас же мы попробуем, знаете, что сделать? Что же мы попробуем сделать? Набабахать стрел, потому что у нас есть арбалет, а стрел у нас нет. И нужно уже потихоньку готовиться к осаде. Нужно сделать броню. Броню мы, наверное, будем делать... Я даже не знаю, еще броню делать. Может, я вообще не готов к жизни. Так, у нас есть все для того, чтобы создать дробовик. Шотган. Шотган. Микроскоп. Шотсток. Шотган. Пам. Интересно, его просто так добавляешь? Давайте попробуем, посмотрим, что нам шотган нужно. Для шотгана. Пишется шхот.
Ага, еще нужна такая штука. Shotgun pump. А у меня нет, блин, у меня нету, черт возьми. И что же делать? Этой штуки у меня нет. Можем пистолет собрать. А, можем пистолет собрать, точно, хорошо. Отлично, мы можем хотя бы собрать пистолет. Это мы все обратно ложим. Ну ладно, пауза, пока я это все переложу. Ну что ж, мы сделали люк. По крайней мере, попытались его сделать. Вроде сейчас попробуем, какой-то он хлипкий на вид. Думаешь? Здесь его можно улучшить? Давайте попробуем его улучшить. Да, можно. Мне кажется, переборщил немножко с улучшением. Лучше не перебдеть, нежели не добдеть. Так, вот, у нас тут такой себе небольшой погребок, в нем можно спрятаться. Я думаю, тут можно поставить сундуки. Да, пожалуй, давай так и сделаем. Опять не так. Давай попробуем сделать сундуки. И в эти сундуки спрятать все важное. Чего я не то делал? Сейчас. Уже где-то можно просто сделать. Security door, security chest. Даже сделаем парочку их. И мне кажется, такой себе подземный бункер будет полезнее, чем обычный. Так, эти можно сделать опять-таки на стену. И на это, вот на это. Ну разве не чудесно? Что за звуки? А вот я не знаю, они могут ломать под себя или не могут? Так, мне нужно, наверное, полечиться. Да, боже мой, все мои тут консольку открывали. Небось думать, что какой-то читер, правда? А я не читер. Так. О, медсестричка. О, жирок. Жирок и медсестричка. У меня там есть еще. Да боже мой! А у меня нет стрел. Может, сейчас будет стрел надевать. Так, 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 так. Давайте насобираем побольше еды. И воды. Воду, воду. Там. Черт возьми. Надо клавиатуру поменять, потому что у меня сейчас клавиатура дальше от меня стоит, и поэтому все время промахиваюсь. Набрал водички. Кстати, можно же делать колья. Точно. Я же забыл. Конечно, как я раньше не думал. Смотрите. Я не уверен точно, но кажется. Колья помогают избавиться от таких вот любимых всеми нами. Ах ты ж говно. Говно. Да идите вы все в жопу, сволочи. Говняхи. Говняхи какахи. Из вас у меня падает эта штука, как она называется. Надо себе броню сделать. Кстати, у меня же есть кожа. Надо из нее делать броню. И починить уже наконец-то себе оружие. У меня вроде есть хорошее такое. Вот, мне нужно починить. А, я еще могу сейчас починить, черт возьми, конечно. Мне же для этого ничего не нужно. О, сестричка. Сестричка, хаба! Какая красавица. Хотя у нее такая платьица, будто бы из секс-шопа. Ну, действительно. Да иди ты, жирный ублюдок. Жиробас.
Жирик. Жирдос. Арамис. Пидорас. Так. Жирчика можно забрать вот эту штуку. И даже Бутрик с собой был, нормально? Идите вы все в жопу. Не хочу с вами дружить. Теперь же давайте доделаем то, что мы собирались делать. Это можно использовать вместо лопаты. Так, теперь давайте делать колья. Я не уверен, как они делаются. Кто-то хрустит. Может быть, хорошо. Я думаю, лучше это дома делать. А то мало ли кто-то сейчас подойдет и будет потом. А-а-а, черт, изменился тело точно. Красоточка. Коняша. Вот бы с такой познакомиться. Так. Что я хотел? Ага, колья. Где палочки? Где палочки? Неужели я их выкинул? Он высокий для зомби. Где мои палочки? Я просрал палочки, черт возьми. Ну и ладно. Как дурак. Обидно, черт возьми, на самом деле. Набери камни, ты же стрелы хотел. А, точно. Да, для камня нужны... для стрел нужны камни. Вроде там где-то внутри у меня было много этого. Перышек. Перышек вроде хватало. Это уже потом за кадром, потому что я думаю, на этом на видео не очень интересно это все делать. Ладно, так, забегаем в домик. Типа дома хорошо, он так аж вздохнул. Так. Как они сейчас делаются, как они называются? Мне кажется, как-то так. Вот они, колья, правильно. Как они называются? Spikes. Wood spikes. Wood. Спайкс. А, даже не так, они так делаются. Давайте зарубахаем побольше. А можно даже, знаешь, как сделать? Чтобы было хардкорней. Сделать небольшой ров. Будешь этот ров 3 дня копать? Ой, все. Если вокруг всего дома, а если не вокруг, то... Какая умная, да? Главное, самому в него случайно не упасть. Вообще нужно было его глубже делать. Они все равно все через вход заходят, правильно? Так что можно... А вообще нужно вокруг... Вот именно вокруг этого сделать. Так. Как там... Стикс. А ладно, сделаем на всё. Нам много придется сегодня убивать.
Да. Чертовски много. Ну, я думаю, это тоже можно сделать за кадром, потому что на самом деле не столь интересно копать. Особенно так долго. К черту физику, к черту! Започнить лопату. Все, я думаю, хватит. Wooden spikes. Все, на все. Не, мне кажется, неплохой такой, серьезный ров. Эти мелкие ублюдки не смогут прорыть. Так, нужно это все убрать. Сейчас быстренько уберу все это из инвентаря. Давайте положим. Ну что ж, я так подумал, нужно сделать броню. Да, у меня очень много мыслей в голове. Поэтому, пожалуй, сейчас заберем все основные вещи. Это казанчики. Также можно бочки с бензином забрать, трубы. Эту штуку можно взять, пиво заберем. Думать, куда я все это забираю. Ого, сколько у нас этих антибиотиков. Эти штуки есть. Мы это все сейчас спустим в подвал. В подвал, в подвал, еще в подвал. First kit. Трубы. Так, что здесь? Джордж пропустил! Вот так. Так. Куда они? Куда они, блядь, идут? Закрой двери. Хантер, не охотится. Что ты, тварь? Бык. Да прикол такой. Чё их так много? Давай идти в дом. Да, походу мне придется много коли сделать. Очень много коли. Чертовски много коли. Все? Я думал, от них будет бы больше проку. Ладно. Это уже потом сделаем. Ты можешь уже умереть? Наконец-то. Бабах. Шандара. Так, коли были мной переоценены, нужно их больше, намного больше. Но я думаю, это уже сделаю за кадром, потому что это не крайне интересно. Я сейчас, мне еще все это перетаскивать нужно будет. Но я думаю, что на этом мы с вами, уважаемые, можем заканчивать. Да, может быть, мало получилось, но я думаю, этого достаточно на этой серии. Как говорится, подготовка. Также за кадром я еще сделаю себе стрел.
Вот у меня есть перышек, правда, маловато, но у меня есть камни. Тут еще бы куча камней. Также попробую забабахать здесь костер себе и перенести все основные вещи сюда. С едой, вместе и так далее. Такой себе подвал против атак зомби. Ну что ж, на этом, я думаю, с вами можно прощаться. Удачи и адиос! Да, ребята, адиос!